вас приветствую на своем канале. Этот канал больше о жизни, об автомобилях, потому что моя жизнь связана напрямую с автомобилями. Я хочу обратиться к некоторым из вас, кто сейчас начнет искать смыслы в моих действиях. Не ищите смысла ни в моих действиях, не ищите смысла в жизни. Смысл жизни находится внутри нас, а смысл жизни вовне ищут гордые люди. Потому все внутри нас, и творчество, и темперамент, и огромное изобилие талантов свыше заложено внутри нас. Хочу вам показать сегодня нашу семейную, любимую Эмму. Ее зовут Эмма. Это кузов F10, это M5, это не пленка, это заводской матовый окрас. Называется он Arctic Blue Matte. Вот. Я впервые сталкиваюсь с такими вещами, как мат, потому что это новый уход, это новый подход, это новый опыт, новые знания. Для себя открываю много нового, буду продолжать это делать. Но что мы сделали с ребятами из компании DS Detailing? Это мои такие партнеры, я бы сказал бы стратегические, потому что самые дорогие топовые автомобили и проекты я всегда заканчиваю именно с этим коллективом. Это профессионалы, и в Украине лучше я еще пока не встречал, не находил. Хотя многие компании делают очень хорошую там полировку, химчистку, но то, что они делают технически, то, как они умеют сделать из машины стекло, то, как они могут восстанавливать салоны, я пока лучше не встретил. Потому авторитетно рекомендую именно эту компанию. Предупреждаю сразу, вы будете в шоке. Автомобиль, который приедет сюда и выйдет отсюда, это будет два разных автомобиля. Рекомендую. Покажу, что мы сделали. Открою капот. Моя была главная задача, поскольку у автомобиля пробег маленький, автомобиль 2013 года производства, но я в него сел в декабре месяце, у него был пробег 16400. Пробег был родной, я был очень удивлен, но потом я перестаю удивляться, потому что я же слуга слуг Всевышнего, а значит, сам Всевышний такие штучки мне подкидывает. Я всегда за это благодарен, я всегда искренне радуюсь. АВТ Бавария подтверждает здесь абсолютно все. Подлинность пробега, техническое состояние, есть все регламентные работы, есть работы нерегламентные, и ему огромный респект. А вот сейчас, по ощущениям, она как будто только-только сошла с конвейера. Разбирала здесь абсолютно все. Снимались фары, бампера, радиаторы, снималась вся защита, днище, подкапотное пространство. Вымылась, вычистилась, автомобиль пришел в состояние именно такое, как был когда-то соден с конвейера. Мы должны заботиться в первую очередь о сердце. Ну и это моя задача, заботиться о сердце автомобиля. Автомобиль стоковый, никакой тут тюнячки колхоза не было и не будет. Люблю эту машину и хочу вам сказать, что украинский рынок в этом плане не совсем адекватный. Я так понимаю, большой объем денег приходит, легко тратится и также потом легко переваривается. Этот автомобиль в Украине стоит $50 000. Этот же автомобиль в Швейцарии стоит €70 000. Чувствуете разницу? Это даже больше, чем 20%. Потому я считаю, что это находка. Такая же находка, как и V124 E-класс. Такая же находка, как и XJ8 Long Jaguar. И совсем скоро я вам покажу и те автомобили тоже. Поехали. Киев – это дом, даже если дома не Киев. Киев – это банк на гриле в тренингом автомобиле. Ты такого раньше не видел, не поверишь и половине. Но Киев – это брать стиля. Киев – это люди и стили, стили, что разъебались. Сперва их возмутили люди, люди, что себя высветили. В городе с названием Киев, ведь Киев – это дома, даже если дома не Киев. Киев – это банк на гриле в тренингом автомобиле.
сегодня хочу обратиться к украинцам. К украинцам, которые находятся еще пока, и дай бог, будут находиться в мирных городах и селах. Потому что туда, куда уже пришли освободители, там, к сожалению, городов не осталось. И мое обращение заключается в следующем. Не стоит сейчас враждовать друг с другом, между собой, по поводу, кто на каком языке разговаривает. Так или иначе, но Украина – это часть бывшего СССР. Но если говорить про историю, то Киевская Русь, русский язык все равно происходил именно с этих холмов. Если мы говорим про свободу, то разве не свобода говорить на том языке, на котором тебе хочется говорить? Я можу розмовляти українською мовою, і якщо до мене хтось звертається українською мовою, я з радістю буду відповідати українською мовою. Але якщо до мене звернеться американець, то я мушу з ним розмовляти англійською мовою. Тому давайте будемо добрі друг другу. К чому ця агресія? Посмотрите, скільки стало негативной, разрушающей информации в сети. Мы так к победе не приблизимся. Это будет больше проблема, которая не решается и нарастает. Соответственно, и события внешние, они будут увеличиваться. Хэштег CarPorn. Я никогда не пользовался поиском этого хэштега, но после того, как рассмотрел теперь уже на подъемнике автомобиль после тотальных работ. Суть следующая. Мы заехали к ребятам в Хабавто, сделаем развал схождения. Вообще просто хотел сказать, это же кайфовое чувство, счастливое ощущение, когда ты любишь свою технику, когда она вот в такой заботе, в таком состоянии, в любви, когда выходишь из машины, оборачиваешься на нее, когда идешь в сторону машины, выглядываешь пораньше и собираешь потом взгляды, как кто-то тоже чувствует, сколько здесь любви в этом автомобиле. Люблю то, чем занимаюсь, люблю то, что связано с людьми, с машинами, с техникой. Техника на сегодняшний день — это неотъемлемая часть. Смотрите, мы все с телефонами, мы с ними нон-стоп ходим, бегаем, кушаем, спим, в конце концов, так или иначе, но телефон лежит рядом, и, к сожалению, может быть, это не самая лучшая привычка, но большинство людей первым делом, когда просыпаются, берут тут же телефоны в руки. Кто проверяет смс, а кто читает новости, это уже выбор личный каждого. В моем случае я стараюсь, если и беру телефон в руки после пробуждения, то моя задача — это вначале я благодарю Бога за этот день, за пробуждение. Тут же я захожу дальше к духовным учителям, к людям, которые несут это знание, несут знание о любви, о счастье, о вечном. И таким образом мое пробуждение связано с одной или с двумя небольшими статьями, которые вселят в моем сердце, в моем теле, в моем сознании любовь и хорошее настроение. Дальше. Омовение и молитва. Хабавт – это название относительно свежее. Раньше Миша, вот тот самый в белой футболке, был под другим названием и флагом. Ну, знакомы мы с Мишей, даст бог моей памяти, с года то ли 12-го, то ли 13-го. И локации были разные, сервисы были разные, но команда и сам Михаил остаются прежними. Соответственно, для меня это ценно, и огромное просто количество машин
прошло через наши руки. Вот, по-другому я это не назову. Так, а оно новое, я же скажу, не маленькое. Много проектов было реализовано. Где-то был тюнинг, где-то было восстановление, где-то просто качественный регламентный сервис. Где-то есть конкретная рекомендация, потому что есть так или иначе у ребят определенные автомобили, которых здесь много, и они хорошо знают. А если отмотать немножко еще назад, то Мишин такой основной опыт начинался с компании 4x4. Владельцы крузаков, прадиков, лексусов на этих же платформах, на этих же базах, начиная там с 2006-2007 года, очень многие, кто покупал автомобили у серых дилеров, обслуживались именно там. И вот что касаемо этих машин, здесь у ребят сосредоточен колоссальный опыт. Ну а также премиальные бренды Mercedes, BMW, Audi, да и просто точечно какие-то эксклюзивные. Садимся, изучаем. На этом месте обычно работает Саша Петренко. Вот, он знает, какие запчасти подбирать, работает с разными поставщиками с разных точек мира. Задавайте вопросы, что вам интересно о техничке. Я не любитель о ней много говорить, но если нужно чем-то вас порадовать или чем-то поделиться, я буду рад. А это Станислав, такой очень симпатичный, энергичный парень. Он специализируется на Range Rover'ах, на Mercedes'ах и на Porsche. Вот. Мне, знаете, что нравится в нем? Он всегда улыбается, и он всегда на оптимизме. Даже когда есть какая-то вот нехорошая ситуация с машиной, он никогда тебя не обнулит энергетически. Он всегда скажет так, что ты поймешь, что да, это ремонт, да, это неприятно, дорого, это время, но энергетически вот он тот самый человек, который тебя как бы не бум, и пошел. Команда, о. Слушай, жаль, что когда есть возможность сейчас что-то отснять, нету вот этого основного привычного потока, который вот обычно здесь. Кубики, крузаки, тут столько прикольных машин разных. Да, а вот именно когда мы приехали утром, и в это военное время, время поменялось. Ну ничего, все временно. Переживем и это. Этот старенький Hyundai Santa Fe был привезен из-за границы на польской регистрации. Это автомобиль для парней, которые находятся на передовой. И ребята с Хабавта очень лояльно к этому относятся. И если вы видели у меня в Инстаграме бронированный E-класс, то именно здесь, именно эти люди этот автомобиль готовили для того, чтобы можно было безопасно и уверенно двигаться на любые условия. Я знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь спогадів шалену в тому, там буде затишно і світло, птахи в долонях. Хочу рассказать вам, что для меня автомобиль, поскольку я связал с техникой свою жизнь, я к этому пришел не так быстро. Я рос и воспитывался отцом. Я очень ему за это благодарен. Он очень много заложил важного, фундаментального знания и понимания вообще мироустройства. Бизнес, взаимоотношения, учет. Все машины, которые были в нашей семье, вот, я был главным за мойку. Отвечал это, если не ошибаюсь, то ли с 11, то ли с 12 лет. Я с большой радостью автомобили эти выгонял, загонял во двор, мыл, натирал. Получал от этого массу удовольствий. Да, вы подумали, что я рано научился ездить? Рано. Я вам скажу даже больше. Мне отец разрешал ехать за рулем по трассе. Когда мы ехали вдвоем куда-то далеко, мне лет было, может быть, там 13, я ехал сам за рулем. Отец лежал рядом, и он даже местами прям мог вздремнуть, отдохнуть. То есть такое у нас доверие. Это очень ценно. Сегодня я осознаю, что автомобиль – это в первую очередь помощник. Некоторые машины, как эта, дарят просто радость, дарят эмоции, дарят улыбки, как и мне, водителю, как и моим пассажирам, моей семье.
так и в потоке. Она выглядит, она яркая, она сочная, она интересная, она быстрая. Ее любят за это, у нее огромное количество фанатов, это армия фанатов. Почему F10? Это последняя M-ка на заднем приводе. Следующие поколения, они стали полноприводные. Они мега крутые, они классно рулятся, круто стартуют, все там хорошо. Но вот этот коннект прошлого и будущего, вот он закончился здесь. Все, что они смогли здесь реализовать, 560 лошадиных сил на заднем приводе, вот оно здесь инженерами доработано, создано. Мотор этот раньше когда-то был атмосферный 4.4, он очень ценился BMW-шниками. А какая здесь коробка? Мне просто захотелось уйти, никого не предупредить, без телефона в зоне нет, достигаемости, я на выход никуда, до меня не дойти. Этот автомобиль многие боятся. Если нет должных навыков, то этот автомобиль превращается в технику, которая хочет вас либо научить, либо убить. Вариантов только два. Это, наверное, как проводить параллели, прийти сейчас на войну, на фронт, взять автомат в руки и не уметь стрелять, не понимая, как целиться, какой тактики придерживаться. Это проблема, это опасность. И с другой стороны, если ты не квалифицирован, не обучен, зачем тебе идти на войну или садиться в BMW F5? Эту машину, с одной стороны, очень любят, с другой стороны, говорят, что она ненадежная. Мотор 4.4, который здесь находится, якобы он излишне любит масло. Скажу вам, как пользователь F10 M5, 2 литра я дозаправил от замены до замены. То есть машину, 2 литра она съела в нагрузке за 5-6 тысяч километров. Много или мало? Ну нет, все зависит от вашей ноги. Хотите наваливать, не забывайте, у него 2 турбины. Она возьмет столько, сколько ей нужно. Ездишь спокойно, она вообще ничего не берет. Это делюсь своим просто личным опытом и наблюдением. Этот мотор хорош. Он очень эластичный. Иногда забываешь, что он настолько мощный и большой. Он дарит просто комфорт. Стабильность и комфорт. Но при этом, когда мы переходим в режим M1, M2, зависит от того, какой вы настроите, начинается тракцион, начинаются американские горки. Судьба практически всех спортивных автомобилей неоднозначна. Либо эти автомобили попадают в руки профессионалов и используются действительно по назначению, либо эти автомобили попадают в руки коллекционеров, которые могут выгулять правильно жеребца. Либо, к сожалению, это будет фаталити. Лично мой жизненный опыт показал Evolution 9. Я в 2007 году познакомился с огромным количеством ребят, которые владели этими автомобилями. Я был в их числе. И на сегодняшний день я знаю там буквально 1-2, максимум 3 Evo 9-х, которые остались действительно в строю, ухоженные, любимые и целые. Все остальные автомобили просто банально умерли, погибли. Как воины они сражались. Кто-то научился чему-то, кто-то так ничего и не понял. Кто-то вообще ушел даже из этого тела в этом автомобиле. BMW опять не исключение. Эти автомобили любят и стрит-рейсеры разных поколений, более молодых, более взрослых. Они в напряжении, они в тонусе. Я анализирую разные авторынки разных регионов. Америку рассматриваю всегда, Европу всегда изучаю. Такие машины в цене только растут. Чем меньше пробег, чем лучше состояние этого автомобиля, тем выше стоимость. Это не может не радовать. Если вы человек, который около автобизнеса, или так или иначе, вы в финансовом секторе, у вас есть
свободные средства, у вас есть любовь к машинам, то подобные экземпляры стоит находить, формировать из этого какие-то гаражи, где в будущем это может превратиться не просто в увлекательный бизнес, который подразумевает торговлю эксклюзивными автомобилями, а может превратиться в музей. Большинство журналистов, автоблогеров в поисках подобных гаражей, в поисках вот этого вот, которое дарит и ностальгию, и чувство мощи, чувство брутальности. Слушай, расскажи вкратце за NFT. Что это, типа, да? Ну, я для себя, да, понимаю, но, знаешь, с разными людьми встречаешься, и каждый по-своему понимает, и каждый, знаешь, что каждый видит, ну, у кого-то просыпается выгода, там, этот, запах бизнеса. Я для себя, например, выгоды в NFT не вижу, но я вижу, что NFT, например, для меня могла бы решить следующую задачу. Автомобиль, я с мира автобизнеса, автомобиль — это токен. Да. Он имеет стоимость. Значит, он и может быть NFT. Нет. Не может? Но он не взаимозаменяемый. NFT — это не взаимозаменяемый токен. То есть, получается, вот есть у вас автомобиль, допустим, да, BMW, да. И там у меня там, ну вот, Honda едет. И если мы с вами поменяемся, то это же будет невзаимозаменяемо. В идеале, как я это в будущем вижу, в приложении, в блокчейне, есть настоящий борт-журнал со всей историей этого автомобиля. Да. И с действующими показателями этого автомобиля. Там, что сделано, когда нужно следующее что-то делать. И до того, что такая толщина протектора в шине. И вот когда эти данные у меня есть, как бы я обмениваю NFT. С данными об автомобиле и, соответственно, передаю ключ. А я вам крипту, да. И при этом фишка какая, например, техпаспорт и госномер может оставаться моим. Наши договоренности остаются в цифре. Я даю де-факто, передаю автомобиль тебе. Но мы как бы таким образом идем параллельной реальностью с государством. Потому что сегодня услуги МРЭО, ну, лично для меня это абсолютно ненужный и сложный орган, который усложняет лично мою как бы жизнь. По сути, на NFT это хороший инструмент для привлечения денег, как вариант. Вот. У нас не тупой донат, ну типа что вот, задонайте на армию и купите картинку. У нас каждый холдер, владелец NFT, будет получать определенные привилегии от наших спонсоров. То есть, например, сейчас с нами подписался Tire Shop, вот, еще мы там общаемся со многими ребятами, мы только начали вот с этой недели, вот, и каждый холдер, к примеру, будет, у кого есть картинка, кто купит картинку, первое, это что, самое важное, то, что он помогает армии, потому что у нас же гуманитарный батальон, и в последующем, то, что он купил эту картинку, он может пользоваться этими привилегиями, например, если это касается спонсора Tire Shop, так человек, который купил нашу картинку, сможет приезжать в этот Tire Shop и иметь скидку 10% на все услуги, там, к примеру, на год. Но она будет не одна. Если мы говорим только о Tire Shop, то это вот 10% в Tire Shop. Если мы говорим за чекпоинт, 10% в чекпоинт, тоже скидка. Плюс у нас будут еще розыгрыши для всех холдеров. Если коллекция, к примеру, там 1000 картинок, все, кто купили, получают эти привилегии, это первое. А во-вторых, мы еще разыграем там от всех спонсоров что-то прикольненькое. К примеру, если это Tire Shop, то комплект шин для автовладельцев. Если это чекпоинт, там бесплатное посещение на 3 месяца. И в чем же выгода спонсоров? Ну, потому что я только сказал, что нужно нам, что получают спонсоры. То, что мы логотипы, все это будем наносить на картинки. То есть, чтобы человек, когда покупал, он видел, что вот есть там, к примеру, ну, я так что-то сфокусировался на Tire Shop, мне просто удобно. К примеру, он покупает картинку, и там где-то логотипчик аккуратный, красивый, ненавязчиво, не на всю картинку. Ну вот, я вам покажу. У нас целая концепция за период казачества. То есть вот сейчас Саня покажет. Тема у нас — эволюция украинского народа со времен казачества и до 21 века. То есть мы будем совмещать, к примеру, казак там с джавелином или там казак с снайперской винтовкой какой-то классный. Главное — это уникальность. 41 образ у нас получается. Вот один казак. Например, если молодой казак, то 41 разновидность молодого казака. Если это старый казак, значит 41 разновидность старого. Почему 41? Потому что 12 образов на 41, это получается 500 картинок.
Вот почему NFT стреляют? Они построили комьюнити. В крипте очень важно это комьюнити. То есть люди, которые твои покупатели, вот которые покупают эти картинки, это и есть, по сути, комьюнити. Они общаются между собой. Оно здоровое. Главное, чтобы оно было здоровое, без там токсика всякого и прочее. Типа там, вот что, чего мы... Якщо тобі зручно спілкуватись українською, вы мне сказали, ну такого не должно быть. Типа, поэтому мы стараемся построить это комьюнити, чтобы не было таких типов, типа вот він каже, він розмовляє російською, все, типа він поганий. Що ти російською розмовляєш, типа ти не воював. А этот парень з гарячої точки приїхав, защищав нашу родину, типа, і такое вот. Так, да, внутрі буде бардак, буде бардак і снаружи. Хочу с вами поделиться своим секретом. Что я делаю и что я испытываю, когда я нахожусь за рулем подобных автомобилей? Я слушаю. Вы подумали, что я слушаю? Музыку? Выхлопную систему? Не знаю, подвеску? Нет, это все я чувствую. Слушаю я мантру. Я слушаю повторение святых имен. И когда я внимательно концентрирую свой слух на именах Бога, я синхронизируюсь максимально глубоко с автомобилем. Когда происходит эта синхронизация, я хочу удовлетворить своим действием Бога. За рулем еду не я. Я чувствую, как он играет. Чувствую, как он хочет ехать на ней быстро, но очень при этом он делает аккуратно. Я становлюсь маленьким винтиком в его руках. И от этого, вот я сейчас говорю, чувствую, как подходят слезы счастья. Вот в таком состоянии находиться, это большого стоит.